Наталья Литосова, художник молодой, родилась в 1984 в Ставрополе. Тема персонального проекта «Дорожный альбом» интересна по своей задумке. Автор попыталась увидеть в этих, на первый взгляд, неживых механизмах одушевленные образы со своей заслуживающей внимания истории жизни. Новый проект, над которым Литосова работала полтора года, это около 30 живописных полотен. Серию работ «Дорожный альбом» Наталья видит как олицетворение начала другой жизни автотехники. С одной стороны, автомобиль рожден для движения, но когда движение заканчивается, наступает новое время. Героями картин стали старые военных лет машины, трактора и грейдеры. Со всеми этими объектами Наталья встречалась в своих пленэрных поездках, либо рисовала с фотографий, которые ей присылали друзья. А, наверное, вот этот процесс и где-то в творчестве нашел свое отражение. И именно после того, как я начала водить свою машину, появилась эта серия. Я начала замечать эти образы. Ну, еще я в детстве была такая папина дочка и проводилась немного времени в гараже. Поэтому, я думаю, все это вместе, в комплексе, позволило мне вот такую тему раскрыть. Любопытным был для автора и технический, колористический опыт работы в этом направлении. Художница удачно сочетает живописные приемы для передачи старого металла, ржавчины, потемневшего с годами стекла. Добавлю, что выставка уже была с успехом представлена в Ставрополе, Краснодаре и Новороссийске.